Первое в Бресте антикафе расположилось в излюбленном брещанами месте – парке культуры и отдыха 1 мая. Здесь в тени деревьев предлагает свои услуги уникальная для берестейского региона социальная площадка. Антикафе – это место для любителей отдыха без пивка и еще чего-то покрепче. Это инициатива для души. Очень хотелось подарить городу такую событийную площадку для того, чтобы отвлекать молодежь от дурных привычек и прививать хорошие, показать им шахматы и шашки совершенно иначе, по-новому и... сделать такое место отдыха для души в городском парке. Формат антикафе был выбран не случайно. Именно шахматно-шашечная направленность отличает его от собратьев, которые располагаются в других городах мира. Руководство заведения делает акцент на традиционные игры – японские шашки и шахматы, которые развивают мышление, а также приобщают берестейцев к восточной культуре. Антикафе пришлось по душе его первым посетителям. Мне здесь очень понравилось. Мне понравился интерьер, кресло, игрушка понравилась японская. И очень понравился чай, особенно с молочным ароматом. Это прекрасная идея, мне очень здесь нравится. Здесь замечательная атмосфера. Очень красивый вид из окна, здесь всегда дует ветер, шевелятся ветки, падают листья, очень красиво. Здесь очень приятная музыка, и все это сопровождается очень хорошим чаем. Мне очень нравится здесь. Новая инициатива уже заработала в городе над Бугом. Кроме развивающих игр, посетителям антикафе предложат продегустировать настоящий китайский чай и познакомиться с переводной восточной литературой, полки с которой в этом заведении появятся уже скоро.